Когда вы уже поняли, что бомбите мирные города, но при этом вы все равно выполнили этот приказ, была ли у вас возможность этого не делать? Чудовищность приказов, преступных приказов просто ужасает. В любом случае, не выполнять приказ возможность есть. Но я проявил слабость малодушия и выполнил этот приказ. Напали. Не могу сказать, как другими словами. Не военнослужащие Российской Федерации, а фашисты, которые безразборчиво стреляли по мирному населению. Наши войска сюда зашли как агрессоры, как оккупанты. Что Путин дал такой приказ, что не объявив войны, он зашел и просто начал бомбить по мирным жителям, по роддомам, просто сносил города. Россия, которая отправила своих срочников на эту бессмысленную войну, нас отправила как пушечное мясо. Убивали нас и расстреливали со всего оружия. В Новой Каховке нас также построили и сказали, что вы здесь как миротворцы. Вы не приехали не убивать никого, не это. Наш главнокомандующий обманом сделал из нас фашистов. Просто-напросто люди не на одно поколение запомнили то, что мы сделали, эту агрессию. Это не забудется, это останется навсегда в сердцах людей. Приказ Путина – это был обман, лживый обман. Уничтожили очень много городов, сравняли их с землей. Убили большое количество людей, невинных людей. Разрушили полностью инфраструктуру очень многих городов. Убили семьи, разрушили, что никогда не забудется. Заставили людей жить в подвалах, находиться. Сделал просто из нас фашистов. Когда вы наконец поймете, наш главнокомандующий лжец и обманщик всего народа.